Всем здорово, с вами Бул, и сегодня я снимаю, можно сказать, и прохождение игры, и также отмечаем праздник. У нас на канале 500 подписчиков, 500 подписчиков! Наша цель достигнута, 500 подписчиков. Следующая наша цель уже 1000 подписчиков. 1000 подписчиков. До Нового года я не уверен, что мы ее добьемся, но я вижу, на канале уже начинает неплохо набираться количество подписчиков. Кстати, благодаря вашей, естественно, вам, естественно, вы все-таки подписываетесь на канал. Ну и к тому же благодаря Руслану Гладенко. Ему большое спасибо за его контент, на который я делаю реакции, который и вам заходит, и мне также. Уже на той реакции набралось уже 1100 с чем-то просмотров. Наверное, уже больше к публике, когда я снимаю этот ролик, уже 1100 сейчас. А, наверное, когда выпущу, уже будет 1400. Я не знаю. В общем, я в честь данного праздника решил пройти, как в самое первое свое прохождение, а это было Metal Gear Solid 3, решил пройти игру. Я полностью ее пройти сейчас не смогу, а то я что, совсем сумасшедший. Я сниму первую серию прохождения одной из, наверное, из лучших серий игр, одной из лучших серий игр Capcom. Я думаю, наверняка вы догадываетесь, потому что превьюшка и на что я намекаю. Вы меня поняли. Погнали, давайте. Вы догадались, да? Resident Evil. Или же, как ее называют в Японии, Biohazard, или Biohazard. В общем, я в своих прохождениях буду использовать оригинальное название Biohazard, но буду подчеркивать какая-то часть Resident Evil. То есть, Re1 у меня будет. Если я буду проходить ремейк, там будет... Ремейк. Так будет написано. Погнали, давайте. Проходим, естественно, версию оригинала. Ой. Не надо мне интро, не надо мне там... Isn't the only way. Да, тут все на английском, но хорошо, что здесь роликов, катсцен мало. В случае чего вам все перескажу, как в старые добрые времена. Все, давайте мне. Давайте начнем. Серия будет, наверное, идти там 20-25 минут. Там посмотрим, в общем. Так. Resident Evil. Погнали. Так, нам предлагают выбрать персонажа. Кстати, если что, я играю с джойстика. Так, нам предлагают выбрать персонажа. Криса Редфилда или Джилл Валентайн. Если что, они можно сказать, основные почти что главные герои Resident Evil или Biohazard. Но популярности Леон Кеннеди все-таки занимает место. И, кстати, по поводу Resident Evil 2. Если вам понравится прохождение первой части, я сниму вторую часть, но оригинальную часть. Но не волнуйтесь, прохождение ремейков и обоих частей будет, как и ремейк третьей и четвертых частей. Но все зависит от вас. Но, кстати, я и не забрасываю, если что, Феникс Райта, поэтому прохождение тоже выйдет. Я думаю, полноценным резиком этим я займусь после Феникса, но три серии я выпущу точно в честь 500 подписчиков. Я не знал просто, как это отметить, поэтому решил просто пройти одну из крутейших серий игр. Давайте погнали. Давайте я выберу Криса Редфилда. Мне он нравится как главный герой, я его видел в действии. Но мемы с ним из пятой части, конечно, его популярность опережает. Так, сейчас будет, наверное, громкая катсцена. Да. Лес Ракун Сити, 98 год, июль. Alpha team is flying around the forest zone, situated in northwest Raccoon City. Where we're searching for the helicopter of our compatriots, Bravo team, who disappeared during the middle of our mission. No, I haven't found it yet. Кстати, насколько я помню, именно здесь еще снимали первые три части снимали с катсцены делали с живыми актерами. То есть тут эти катсцены были сделаны с актерами уже. Ну, имена вроде актеров не раскрыли, но... Ну, кроме... Я знаю то, что... Раскрыли актера, игравшего Криса Редфилда. Барри Бертона и Альберта Вескера. Кстати, о Вескере.
Знаете, я, конечно, знаю, что, наверное, в этой части не будет, но мы знаем уже злую натуру Вескера по пятой части. But strangely, most of the equipment was still there. О, рожа такая знакомая. Вескерская рожа. Так, это, полагаю, Джилл Валентайн. И наш Крис Редфилд. Крутое имя, на самом деле. У него крутое, на самом деле. Фамилия Редфилд. Я удивляюсь, как они так придумывают. Но вот самое крутое, что именно здесь будет... Что именно здесь... Вроде как в этой катсцене, это когда они упадут в особняк. Да, хор, да, хоррор, хоррор, хоррор абсолютный. Черно-белые. Собаки. Я бы сказал, что это собаки Баскервилли, но это не тот случай. Пилот засал к нам возвращаться. Всего 4 человека осталось. Крис Редфилд, Джилл Валентайн, Барри Бертон и Альберт Вескер. Нет, то, конечно, кинематографично это выглядит. Знаменитый особняк, где все и начиналось. There are only three stars members left now. Осталось только три выживших. А, осталось только... То есть, все, кроме Берри, выжили. О, началось. Именно интро каста. Крис Редфилд. Крис Редфилд. Кстати, в оригинале вроде курил. Джилл Валентайн. Но мы осуждаем это. Джилл Валентайн. 23 года. Есть что, играя версию PS1? Берри Бертон. Берри Бертон. Ну или Барри Бертон, неважно. Ребекка Чемберс. Про нее вроде отдельно играет с Resident Evil Zero, мы ее также пройдем. Альберт Вескер. Альберт Вескер. Главный злодей пятой части. Resident Evil. Резиденция зла. Resident Evil или Biohazard. Так, они сбежали в особняк, где думали, там безопасно. Но пока что, пока что. Конечно, да, графика, конечно, будет сильно пиксельный такой, но это ПС-ка. Я пытался найти версию на ПК, ну, точнее, именно не ремейк-версию, а оригинальную версию на ПК, но не нашел. Видать, там Dreamcast. Или что-то другое. Ну, в общем, я взял версию PS, так что наслаждаемся. Но выглядит как более пикселированная версия Metal Gear Solid. Джилл и я будем стоять в холле, в случае эмерженции. Ну все, погнали. Крис. Take care. Ну все, погнали. Крис Редфилд пошел. Переходы между локациями с помощью дверей. Что было? Ну все, геймплей полноценно перешел к нам в руки. Если что, я играю на эмуляторе, поэтому в случае чего я могу сохраняться. То есть я сохранился, ну-ка. Да. Я могу сохраняться. И, конечно, понимаю, что это читерство, но на бой для Resident Evil с первой по тройку оригинальной части это нормально. И еще управление, тут надо вот поворачивать персонажей и нажать вперед, например, чтобы он пошел в эту сторону. Еще нужно отдельную кнопку нажимать для того, чтобы он побежал. Ой. Ну-ка. У нашего Криса Редфилда есть его ножик, кинжал. Называйте это как хотите. В общем, сейчас наша пока задача, насколько я понимаю, надо кое-что расследовать. Надо то, что там выстрел какой-то произошел. Насколько я помню, это здесь все начиналось. Ого-го. Да, зомби.
Ой! Ой, блин, я не хочу помирать от них. Ой-ой-ой, держись от меня подальше. Все? Правда, я думаю, он жив. Ай, блин! Отвянь от меня! Отвянь от меня! Отвянь от меня, животное! Все, отвянь от меня, животное! Ах ты! Ты живучий, оказывается! Я, конечно, ну, я не знаю, как это проходили на спидране, так. Давайте обыщем его. Так. Что это? О, это патроны. Патроны нам всегда пригодятся. Так, чё ещё? Ещё патроны. Вот мне это интересно, вот это вот. Вот это можно же взять? Просто насколько я знаю, вот... Нет, нельзя. Ладно, давайте возвращаемся обратно. Все равно делать нам сейчас нечего, по факту. Мы зарезали первого зомби, так что все более-менее нормально. Правда, он меня укусил один раз, зараза. Но с ними по-другому вообще никак. Так. Здесь где-то должны быть эти Крис и Джилл. Тьфу, то есть Альберт и Джилл. Или Вескер. Джилл? Но их нету. Куда же они пропали? Ну вот знаете, я конечно понимаю, что... Я никому не открою Америку, если я, наверное, предположу, что это Вескер. Что Вескер... Что Вескер здесь... предатель, потому что, как Крис заявлял, ну, в начале перед интеркаста, что... Вескер капитан, то есть он капитан отряда Альфа, где Крис состоит. Так, Беретта, Беретта Джилл. Возьму, естественно. Так, полагаю, сейчас на... теперь мы можем свободно перемещаться по особняку, ну, по крайней мере, по доступным нам зонам. И надо найти Джилл и Вескера. Да, погнали. И да, не удивляйтесь тому, что я именно, не зная, просто нажал на кнопку и все. Потому что, зная PS1, здесь и на лестницах будут делать ограничения. Вот, как здесь вот. Надо только нажать на кнопку перехода, на кнопку действия. И ты перейдешь на следующую зону. Так, пойдемте сюда. Так, статуя двигай. Ну-ка, сдохни! 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 Уйди! Ах ты! Ты живой! Ты живой! Ой-ой-ой! Не надо! Не надо! Извините, что так делаю. Нет, ну ты, это точно живучая тварь. Давай-ка. Давай, давай, отходи. Убью, убью. Зарежу. Зарежу, зарежу. Ушел. Отлично, я нашел неплохой способ их здесь убить. Только мне кажется, он все равно оживет. Лежать. Так. Вот неспроста там, кстати, дырка. Вот там, кстати, где перила вот эти сейчас находятся. Наверняка для этого и нужно вот сейчас эту статую. Вот. Ай-ай. Вот неповоротливый Крис.
Вот, все. Бум! Так. С этими двумя мы разобрались, теперь можно пойти. Ну, для своих лет особняк выглядит на самом деле неплохо. Мне нравится. Мне очень нравится, как он здесь устроен. Ой! Ой-ой, ну-ка, стойте-ка. Ой, извините, я не к вам. Я пробежался мимо них. Я не смогу всех троих ими уничтожить, поэтому я лучше так пробегусь. Так, Крис спокойно подполз. Такой, тук-тук. Извините, я не к вам. Там их двое. Мне там помогло еще статуя, на самом деле. Мне статуя помогла, вот эта, которую я потом спросил. О! Это что такое? Санинфекция? Это Ребекка Чемберс, это я полагаю, да? Потому что она похожа на... Yes, I'm Rebecca. Да-да, так она, я так и знал. Это Ребекка. I'm a newcomer. I just joined the Stars Bravo team last month. Ей 18 лет, well, если что. I'm really sorry. Если что, вы можете это увидеть в касте. Yes, I'm Chris Redfield from the Alpha team. Я Крис, да. Я Крис Редфилд. Well, because the helicopter made a forced landing, I just ran into this house anyway. But Что? I see. There's nothing else you could have done anyway. It's good you're here. Yes, sir. But it's strange. I serviced the helicopter recently, but something went wrong with the engine. It was such a short flight. Ну и... Так. Полагаю, здесь мы можем сохранять прогресс на этих печатных машинках. Так, ищу ключ от особняка. Его мы берем, естественно, нам ключ нужен. Знаете, хоть у меня и есть пистолет, но я буду стараться убивать зомби, если они, по крайней мере, одни в комнате или два. Я буду их... Ой, и так... Так, берем боевой нож. Это раз. А во-вторых, объединяем вот все вот это. Комбинейшн вот с этим. Теперь у меня 40 патронов. Я буду стараться все равно их убивать при помощи любимого ножа. Потому что патроны надо будет тратить на огромных таких зомби. Огромных, типа Немезиса. Если что, Немезис — это огромный зомби, который появлялся вроде в третьей части, а еще... Ну, он был игровым персонажем Marvel против Capcom 3. Ладно, все, я пошел. Well, what should I do now? If you go out to search for the other members, how about letting me come with you? Возьмешь ли ты Ребекку с собой? Нет, я не рискну. It's pretty dangerous outside. Я не рискну. Let me take care of it. I understand. Я джентльмен. For now, I'll wait here. Since there are a lot of chemicals in this room and they might be useful. Well, I'll look over the chemicals. Она говорит, что тут будет за... Полагаю, за медикаментами или химикатами она будет сейчас тут присматривать. А я пойду работать. Так, сейчас главное. Эта мразь еще и живучая, оказывается. Я не понимаю, зачем я столько времени потратил?
You have used the mansion key. Okay. Так, окей, так, у нас еще патроны. Nothing special, окей. Так, давайте я экипирую-ка пистолет. В случае чего буду отуковать на дальней дистанции. Так, что это у нас тут? Ой! Так, так. Ах ты! Все, ну-ка еще раз. Все. Ну-ка, сколько я потратил? 7 патронов на них уходит. Нет, плохая. Нет, все-таки надо добить. Нет, все-таки добью. Угу. Так, это патроны для дробовика. Diary has been filed. Окей. Окей, погнали. Нет, ну конечно, мрачно и интересно, но все равно. Так, you unlocked. Что у нас дальше? You have used the mansion key. Ага. Ну и дверь. Давай дальше. И чё? Take the music. А, музыкальные ноты. И чё, я должен типа спеть песенку? Ну-ка. Chris unfortunately can't read. К сожалению, Крис не умеет играть по нотам. К сожалению, видать, нет. It's me, Chris. Is that you, Rebecca? Сыграть для нас хочешь? Ah, it's the Moonlight Sonata. Can you play? Давай, сыграй. Я думаю, на этом мы серию будем заканчивать уже потихоньку. Сейчас надо играть эту сонату. И я сохранюсь и все. На этом мы серию закончим. Ну, конечно, это не совсем лунная соната, не похоже, но... Wait. What is that? Что это было?
My interpretation is off a little. Chris, may I practice for a while? Will you have a backup practice? Yes. See? Just relax and play. Пусть отдохнет. Пусть она подпрактикуется. Чё мы? Тираны. Но на этом серию я буду заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Булл. Ждать следующих серий. Следующей серии прохождения Biohazard 1. Или же Resident Evil 1. Всем удачи, до новых встреч, друзья. Я очень рад, что вы меня смотрите. Я надеюсь, я вам доставлю удовольствие своими реакциями, прохождениями. Поэтому вы все большие красавчики. Спасибо за 500 подписчиков. Я буду стараться и дальше. И когда-нибудь, может, мы и достигнем 1000. А то, может быть, и 100 тысяч, и миллионы подписчиков. Все зависит и от меня, и от вас. Поэтому всем пока-пока. Фух.